Птицефабрика «Акашевская» предлагает покупателям органическое удобрение «Гринекс». Его производством предприятие занимается с 2018 года. Минеральная добавка в идеальных пропорциях содержит все для получения обильного урожая плодов и ягод. В ней так необходимые азот, фосфор, калий, а также множество микроэлементов. Удобрение представляет собой ферментированный, а потом термически обработанный, гранулированный птичий помет. Обработка птичьего помета специальной технологии гарантирует получение удобрения с высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Без семян, сорняков, яиц гельминтов, патогенных микрофлоры и бактерий. Для того, чтобы утвердить, что наше удобрение работает, наша компания вместе с агрохимслужбой провела эксперимент на яровой пшенице. При добавлении экслитра всего лишь 250 килограмм органического удобрения «Гринекс» на гектар, вы получите прибавку к урожаю 2 тонны при высокой рентабельности из всех 7 вариантов. На рынке минеральная продукция птицефабрики «Акашевская», в том числе удобрение «Гринекс», пользуется большим спросом и популярностью. Покупатели – крупные предприятия всей страны и ближнего зарубежья. Казалось бы, небольшие гранулы, да, но очень большой эффект. Ягоды, кусты развиваются очень бурно, ягоды получаются качественные. Увеличится содержание сахара в ягодах, да, увеличивается лёжкость, что немаловажно для оптовых покупателей при транспортировке. Хотел бы всем порекомендовать данный вид удобрения. Это будущее, это органика, это то есть будет качественные, экологически чистые продукты, это нет химии, поэтому это наше будущее, это наше здоровье. Птицефабрика «Акашевская» – современное высокотехнологичное предприятие, расположенное в экологически чистом регионе России – Республики Мариэл. Одна из крупнейших в Поволжье. По вопросам приобретения удобрения обращаться по телефону 8-917-707-4170. Город Йошкар-Ола, Воскресенский проспект, дом 9.